Всем привет, продолжаем с вами проходить Smiling X Zero. Стартуем. Оставляем снова призрак, качество высокое. Сегодня задача пройти игру. Мы с родителями заезжаем в отель, видите? В комнату номер 8, восьмерка очень странная. Так, ну все, мы эту сцену с вами видели в предыдущем видео. Также скоро разработчик добавит в игру пасхалки. Я ему предложил место вот эту картину, либо лава-лампу. Вот, смотрите, ключ забираем. Ну-ка, чувствительность очень плохая. Вот, смотрите, представляете себе, здесь, допустим, мой логотип в лава-лампе прям горит. И у нас будет такая очень красивая комната с горящим логотипом. В нашей комнате же ничего нет. Давайте пока воспроизведить все, что знаем. Picture, Dorian Gray, Oscar Wilde. Комната номер 8. Ох ты, привет, я занят, уходи. Он помогает людям донести багаж. В общем, это помощник. 7. Ресепшн. Администратор. Лифт не работает, мы должны подождать, пока работник его починит. Я не видел твоих родителей, возможно, они находятся в баре. Если ты пойдешь в бар, пожалуйста, дай это писателю. Ух, йоу! Ключ от комнаты просто. Бросаем пока что. Фантастика, ключ вылетел. Ну ладно, хоть можно поднять. Сейчас их снова передадим писателю, точнее его обольем. Так, где у нас бар? Может быть сзади? Нужно уже все запоминать. 7-8. Лаундри, 6. Ресторан, бойлер рум. Ресторан. Заходим, понесли писателю. Сейчас его обольем. Клаус, на! О нет, ты испачкал меня! О нет, ты испачкала меня! Надо было. Мне придется идти в свою комнату. И букву Ю не поставил. Оставь меня в покое, я должен переодеть свою рубашку. Так, говорим. Я сейчас занят, приходи попозже, маленькая девочка. Кстати, 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 он ушел быстро, видели? Прям стремительно! А! Стремительно, я же мог зайти к нему. Ну-ка, получится ли? Я могу зайти с ним. Давай, заходим. А, гад, он не заталкивает. Уже заперто. Постараться извиниться написано. Во. Приоткрыли дверь. И лорд похитил писателя. Так, лаундри. Заперто. Шестая заперта. Пока что возвращаемся к администратору. Разбираться, что же такое. И нам показывают мини-сценку. Как лорд несет писателя в одну из комнат. Я должен сказать это секретарю. Так, ну он спит. Да, вот сегодня наша задача именно пройти игру. Необходим сервисный ключ. Кстати, ну-ка, если с барменом поговорить. Люка, колу хочешь? Смотри, дергается. Кстати. А я думал, вентиляция. Это интересно. Нам в сегодняшнем видео нужно будет найти даже инженера. Заперто. Заперто. Мы эти ключи будем находить. Пока что идем к администратору. Он спит. Активировать. Он спит. Постарайся не шуметь и забери ключ. Такие, кажется, это сломано. Ищем ключ от бойлерной. Возможно, он здесь. О. Ключ от прачечной, лаундри. Так, и где же ты? Лорд опасен. Сели такие, вылезли. О, в нашу комнату пошел. Ну-ка, закроемся. Лорд умеет дверь открывать. Сначала за нами полетел, потом отстал. О, увидел нас. Да, я всегда иду не в ту сторону. У него низ платья, как будто бы из лего сшит. Выкидываем. Тут молоток есть. Все, ключ упал под землю. Неизвестный предмет. Я, кстати, это исправлял. Молот монахини взяли. Сейчас мы пойдем с вами делать пролом в шкафу.
Из предыдущего видео мы сделали вывод, что нужно просто идти по зеленым коврикам. Так, но я могу не успеть. А, кстати, что если меня поймают с ключом? Меня выпрут прямо с ним, давайте проверим. Стас не шуметь на деревянном полу. Смотрите, ключ упал просто ему под стол. Это была приколюха. А, он обратно его вернул, смотрите. Быстрей. Все, перебираемся. Давайте к дальнему сбегаем. Успели. Все, успели. Теперь у нас есть ключ от бойлерной. Побежали туда. Бойлер-рум, ура. Все, ключ выбрасываем. Разработчик сказал, что двери закрываются автоматически, и это не баг. Часть панели разрушена. Я должен спросить об этом парня в приемной. Может быть, он мне поможет? То есть он имеет в виду администратора? Я не знаю, что случилось с электрической панелью. Поговори с обслуживающим персоналом. Они занимаются ремонтом лифта. Единственный способ попасть в комнату бармена, ты можешь поговорить с ним, чтобы получить ключ от комнаты. Я знаю, что он у нас попросит ящик люка-колы, поэтому сразу и несем. Все, теперь лорд прилетел из администратором. Все меньше и меньше людей остается на карте. Разработчик также написал, что лорд будет забирать даже моих родителей. Ресторан. Смотрите, что сейчас будет, я уже несу люка-колу. Бам. Ключ просто выпал. В моей комнате есть доступ к системе вентиляции. Возможно, внутри ты найдешь работника. Кстати, внутри его комнаты человек должен был быть. Ищем вторую комнату. Внутри кто-то есть. Но здесь никого нет. Где рабочий-то? По игре же написали, что здесь кто-то есть. А, или имеется в виду вот в этой комнате? Но там тоже никого. Не могу сдвинуть, он ржавый. Нам дают понять, что люк заклинило, и только через вентиляцию мы можем попасть в ту комнату. Да, администратора нет. Писателя нет. Нам в предыдущем видео ничего не дало ползание по вентиляции. Бросай, смотрите, подсказку хотели дать, но не дали. Ладно, мы открыли. Побежали куда-нибудь. О! Вау, ну не к лорду. На лифте никто не приехал. Кстати, а сейчас пол скрипит? Давайте проверим. Можно ходить? Да, уже не важно. 14 октября. Даты не меняются. Похоже, нужно за каждой картиной смотреть. Но разработчик написал именно что. Мне нужно встретиться с инженером. А где этот инженер? Непонятно. Похоже, мы сначала должны слазать в вентиляцию. Такая закономерность. Все, полезли в вентиляцию, а потом мы, получается, найдем в комнате инженера. Сейчас встанем. Да, можно встать. Так и останемся пока, давайте. Стоя. Все, обратно. Ах ты, никого нет. Хорошо, еще раз полазаем по вентиляции. Кстати, я в предыдущем видео заметил одну фишку интересную. Когда я выбивал люк, который вел к елке, я мог же его не выбивать, а ползти прямо по нему. Сейчас, смотрите, мы поползем по нему. А, вот и люк, смотрите, мы его не должны выбивать. Пролезли. Вау. А в предыдущем видео я выбил люк, и поэтому дальше я сваливался. Ну-ка. О, я не хочу идти туда. И я не хочу идти туда, да? Да. Все, подходим к генератору. Ничего себе. О, механика нашли. Жесть. Так, ты будешь с меня говорить? Этот старый двигатель очень сложно отремонтировать. Так, чем тебе помочь? Что, темный лорд похищает людей? Я ничего не знаю о твоих родителях, но если ты захочешь воспользоваться лифтом, принеси, пожалуйста, мою отвертку. Кстати, возьми этот ключ, он тебе понадобится. Если я не закрою свой ящик с инструментами, то проклятый коридор не снова украдет мои вещи. Так, где ключ? А, вот ключ, прям в воздухе висит. Ключ от прачечной. Именно от прачечной, а это что такое? Заперто. Как классно, смотрите. Подожди, а, так это не ключ от прачечной получается. Нет, не выбиваем люк, обходим его. Это наш помощник люк. Вот тема-то главная.
Так, здесь тоже нас никуда не приведет. Ищем любой первый спуск. Это будет спуск в нашу комнату. Ура! Нашли инженера таки. Бам! Все. Ну вот этот ключ странно отображается. Boiler room. Ну-ка. Может, ящик с инструментами? Он имеет в виду. Электрический выключатель. Смотрите, лорд похищает и инженера. А, фонарик выпал, ура. Yes. Инструментальный ящик, отвертка. Так, ключ можно выкинуть? Не выкидывается. Вау. С помощью этой отвертки я смогу открыть некоторые люки. Электрический выключатель. Смотри, я набрал предметов. Тебе сюда ставить, что ли? Активировать. Бам. Отлично, теперь есть электроэнергия, двигатель работает. Теперь думаю, что смогу активировать кривошипы на трубах. То есть я должен крутить сейчас все вентили. Как в Орехизане, помните? Раз. Двушку даем, как в странном месте. Три. Четыре. Пять. Так, ну все, получается, двушку дал. Стена отъехала. Куда мы попали? А, тут очень темно. Но все равно. Не могу сдвинуть он ржавый. Что? Здесь то же самое будет? Что? Какая-то телевизионная, смотрите. Это вообще концовка или нет? Мои родители! Их просто током убивают. Смотрите, я стучусь в стекло. Так получается, игра не проходится? Вау, и что это было? Конец первой главы, скоро выйдет последняя глава. Вот это да! Мы с вами получили первую концовку. Наших родителей похитил лорд. То есть нам даже фонарик действительно не нужен, хоть он и выпал. Получается, лорд для каких-то своих целей похищал всех людей данного отеля. Скорее всего, впоследствии он сделает из них целую команду работников Smiling X. Они будут зомбированы. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня с вами прошли игру Smiling X 0. Оцените прохождение лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.